Всем привет, друзья! Сегодня интересная машинка у нас. Михалыч любезно прислал видео первого теста в Оболонском карьере, в котором мы много раз катались. Весной вот там такая образуется лужа из-за поднявшейся воды высокой. Машина очень интересная, сейчас вы ее увидите. Это ИФА. Долго ребята ее строили, и вот он, главный конструктор, он же испытатель, Миша, делает первый тест. Ну, интересный аппарат получился. Крейсерская скорость 80-90 при небольших оборотах. Дизель стоит мерседесовский, примерно 200 лошадей с интеркулером, такой же, как стоит у бородача на Унимоге, только более мощный. Обороты максимальные там до 200 или 2,5. То есть такой он низкооборотистый, но тянет хорошо, обороты невысокие. Миша говорит, при 80 вообще 1000 оборотов, при 90 там 1000 с чем-то. Разогнали 110 сегодня они ее. Ну и видите, она уверенно себя чувствует и на песочке. Полноценно протестируем ее в субботу в Нескучном. Поедет по следам боевой славы Краза. Я думаю, будет всем интересно, что она покажет. Ну, интересный аппарат получился. Удивил Миша меня весом мостов. 583 килограмма передний мост весит, 450 задний. Визуально так, глядя на нее, я думал, она значительно легче у Немога, но агрегаты нелегкие. Ну, на тонну, в принципе, легче, я думаю, по предварительным подсчетам. Что еще хотел добавить? Коробочка весит 120 килограмм, раздатка 70. То есть эти агрегаты не тяжелые. Бортовые редуктора стоят, но редуктора не повышающие клиренс, а просто увеличивающие передаточное число. Интересная получилась машина. В оффроуде таких тоже, наверное, немного. Да их, в общем-то, не очень много. Проскакивают они иногда в продаже у нас. Где-то 1006 стоит такая комплектная хорошая машина. Полноприводная. Ну, а монопривода хватает, конечно. Даже с дубль-кабиной Макс тут нашел на днях, сбрасывал. Красиво работает дизель, хватает тяги. Ну и шины такие же, как у Немога, видите, очень высокие, 1,35-1,37 м, там в зависимости сколько стерты, как накачаны. В общем, такой аппарат, увидим полноценный оффроуд в ближайшее время уже. Всем пока, спасибо.